партнер программы «Украинская биржа». В 1982 году доктор математических наук Джеймс Харрис Саймонс основал в Нью-Йорке Renaissance Technologies Corporation, частную инвестиционную фирму для управления более чем 30 миллиардами долларов. Торгуя на биржах по всему миру, компания использует экономико-математические модели, предсказывающие изменения цен на финансовые инструменты. В Renaissance работает более 300 сотрудников, среди них математики, физики, астрофизики, специалисты по статистике и информатике. В компании нет ни одного трейдера. Все торги ведут исключительно компьютеры на основе написанных учеными программ. 70-летний Джим Саймонс, выдающийся математик, меценат и один из богатейших людей Америки, до сих пор стоит во главе своей фирмы, считающейся одним из самых успешных хедж-фондов в мире. Здравствуйте, в эфире «Биржевая азбука», цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке. В студии Виталий Школьный. Тема этого выпуска – стратегии торговли, скальпинг и механические торговые системы. Скальпинг. От английского scalping – снимать скальп. Стратегия внутридневной торговли, при которой зарабатывают на минимальных движениях цен в несколько пунктов. Скальпингом называется стиль торговли, при котором трейдер удерживает позицию от нескольких секунд до нескольких минут. Вот. То есть он рассчитывает на очень маленькие, очень быстрые движения. Вот. Если позиция идет не в его сторону, он ее сразу сбрасывает, таким образом фиксирует небольшие убытки. Если позиция идет в его сторону, то он зарабатывает некоторое количество на ней и тоже сразу фиксирует ее. Таким образом, он в каждой сделке зарабатывает очень немного, но при этом способен совершать там, сотни сделок в день, таким образом 100 раз умножить на очень немного, получается достаточно приличная доходность. Необходимо, чтобы был определенный, скажем так, импульс, то есть какое-то направление движения цены. Лучше всего такие периоды ловить во время открытия торгов и во время закрытия торгов. Что касается трейдера как такового, то он должен обладать определенными способностями. То есть прежде всего у трейдера должна быть очень высокая реакция на изменения рынка. Он должен обладать железными нервами, а также высокой концентрацией в течение всего дня. То есть нужно понимать, чтобы заниматься скальперством, да, нужно очень много уделять времени, то есть искать вот эти движения. Скальпировать можно лишь на очень ликвидных инструментах с умеренной волатильностью и минимальными спредами. Поэтому скальперы чаще всего торгуют на фьючерсных рынках. В Украине по мере развития рынка скальпинг также будет обретать все большую популярность среди трейдеров. Следует помнить, что скальпинг, хотя и очень доходная стратегия торговли, но в то же время наиболее тяжелая. Скальперы обычно работают в тех местах, где существуют очень маленькие комиссии. Обычно работают на незначительном количестве эмитентов. Обычно эмитентов 1, 2, 3. То есть они досконально знают эмитент. Они досконально знают, как эмитент ходит вместе с рынком, против рынка, как эмитент реагирует на определенные внешние новости, внутренние новости, экономические новости. То есть скальперы очень долго изучают свои инструменты и, как правило, эти инструменты очень долго их кормят. Один минус скальперов – жизнь скальпера не очень долговечная. То есть после 3-5 лет обычно скальперы просто физически не выдерживают. Почему? Такое давление внутри дня, когда вы делаете… Ну, можете сделать тысячное количество сделок, физически очень тяжело. Таким образом, скальпинг требует от трейдера максимум сил и времени. Альтернативной стратегией является использование механических торговых систем. МТСы способны частично или полностью выполнять за трейдера его работу. Механическая или автоматическая торговая система – это программа, предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов, от помощи трейдеру в принятии решений до автоматического выставления и снятия заявок на бирже. Обычно они работают на закономерности. То есть, если, к примеру, человек увидел, что при пересечении каких-то скользящих на теханализе акция делает какое-то движение, только базироваться на этом, уже можно там строить кое-какие механические системы. Механические системы, в принципе, помогают очень многим людям избежать самого большого минуса, это психологического барьера, то есть вы просто задаете машине, что делать, и машина делает за вас. Есть полуавтоматизированные и автоматизированные. Второе преимущество механических торговых систем заключается в том, что когда вы ее тестируете, то на исторических
ценах у вас получается так называемая количественная оценка прибыли и вашего риска. Это очень важные показатели, которые необходимы для трейдера, чтобы понять, дееспособна его система, либо же она не дееспособна. При тестировании механических торговых систем можно выявить ее специфические особенности. Используя эти специфические особенности, можно подобрать такой метод управления капитала, который бы говорил, сколько нужно покупать в этой сделке, а сколько нужно продавать. В итоге можно увеличить доходность вашей системы при прежнем уровне риска, либо же наоборот, снизить риск при прежнем уровне доходности. С каждым годом механические торговые системы получают все большее распространение. Торговые роботы могут отслеживать сотни котировок, мгновенно производить сложнейшие вычисления и выставлять заявки. Программы не ошибаются и не подвергаются эмоциям. Тем не менее, разработка собственной автоматической торговой системы – занятие дорогостоящее и трудоемкое, а использование готовых МТС вряд ли принесет желаемый результат. В мире распространенность МТС с каждым днем все больше и больше. Вот, то есть там, по статистике примерно год назад там 30% объемов на Нью-Йоркской фондовой бирже генерировали именно роботы, то есть механические торговые системы. Совет, наверное, может быть только один по поводу МТС, это не покупать их в интернете. Вот, поэтому если вы хотите работать при помощи МТС, то она должна быть вашей. То есть в любом случае в эту программу заложена какая-то стратегия, какой-то алгоритм. И эту стратегию закладывает туда человек. Да? То есть если вы не понимаете, что туда за стратегия заложена, кем и как, то вряд ли эта программа принесет вам деньги. Итак, скальпинг может принести трейдеру немалую прибыль, а МТС стать серьезным подспорьем в торговле. Однако все равно конечный успех будет зависеть не от выбранной торговой стратегии, а прежде всего от личности трейдера. Точку не ставим. Тема следующего выпуска биржевой азбуки «Психология трейдинга». Не пропустите. Партнер программы «Украинская биржа».